Открытый телеканал представляет. Вот Наташа пишет вам. Здравствуйте, уважаемый Михаил Лайтман. Мне очень важно знать ваше мнение. Дело в том, что моя племянница, а ей всего лишь 18 лет, она умирает от рака. И вчера нам сообщили врачи, что ей осталось жить примерно один месяц. В течение всей болезни мы, вся семья, поддерживали ее. Говорили ей, что все будет хорошо, и она со всем справится. Но сейчас врачи вынесли свой приговор. Ее не станет через месяц. И я не знаю, что ей сказать. Действительно не знаю. Вот я буду стоять перед ней. Она будет смотреть мне в глаза. Я должна буду что-то сказать. Что? Сказать, что хуже этого мира нет ничего. И мы в конечном итоге все переходим в другой мир. И там будет лучше. Прямо вот. Да, так. Вот так вот и сказать. Да, это. Почему? Человек встретит это с пониманием, думаете? С пониманием, с облегчением. То есть вы считаете, в этой девочке уже живет, что она, да, уйдет? Конечно, да? Есть, конечно, она понимает. Да. Это в том случае, если она понимает, или вот так вот в любом случае. Она поймет это. Это в ней останется. В девочке вот этой. Да. И она примет уже этот уход как... Как хороший переход. В лучшее состояние. Как-то. Да. Это не ложь, ничего подобного. Это наоборот, ты облегчаешь человеку его последние страдания здесь, в этом мире, и пускай уходят. То есть этот мир, он не... Самый худший. Самый худший.